человеком, душевным, отзывчивым, добрым, человеком с большой буквы. И вы знаете, я вам скажу откровенно, вот не было момента, я не видел, сколько я рядом с ним не находился, я не видел ситуации, были разные моменты в жизни, что вот его отношение к двум категориям, к детям и к старикам, вот это показательно, я думаю, тому, чему нужно было вот учиться и продолжать учиться всем нам, живущим на этом, в этом мире. Как нужно относиться к этой категории людей? Человек, который находил добрые слова, находил решение вопроса, находил решение проблем. Человек, которому было дело до всего, абсолютно до всего. И до беспризорных детей, и до произведений искусств, и до решения вопросов политики, и прочее, прочее. На фотографиях вот отражены моменты, ну, какие-то части, будем говорить так, жизни. Здесь, может быть, что-то есть.